Эй. Здрасте. Я хотел узнать кое-что о кукурузных хлопьях. А, да, да, это Трикс. Верно. Я правильно понимаю, что Трикс – это продукт только для детей? Так это или нет? Ну, они, да, так говорят в рекламных роликах. Трикс только для детей. Ага, ага. А есть ли такой законный акт? А, насколько я знаю, нет. То есть, если я куплю эту пачку, проблем не будет? Нет, нет. Все будет хорошо. Но вы же осознаете, что я не являюсь ребенком. А, ну да, я об этом уже догадался. Хорошо, тогда я унесу ее в свою квартиру. А, да, да, конечно, несите. И слежки не будет? А, нет, что, куда там, с нашим бюджетом? Эй, я не забуду того, что вы для меня сделали. А я так думаю, лучше забудьте. Черт возьми,